Американский фондовый индекс NASDAQ достиг исторического максимума на фоне отчета корпорации Google. Напомню, компания сообщила о росте чистой прибыли по итогам первого полугодия на 3%, достигнув почти 7 миллиардов долларов. Выручка поисковика увеличилась на 11,5% до 35 миллиардов долларов. По данным СМИ, такой скачок стал возможным благодаря росту популярности видеопортала YouTube, принадлежащего Google. Среднее время пребывания на сайте увеличилось на 60%, что является лучшим показателем за последние 2 года.